Добрый день, дорогие друзья! С вами международная компания RES Property и самое крупное агентство недвижимости в Алании. Сегодня мы вместе с вами приехали в район Кистель. В этом районе разрешена застройка только 1/3 всей территории комплекса. Соответственно, 2/3 будет занимать зеленая территория и инфраструктура. Если хотите еще больше интересной информации об этом районе, то проходите по ссылке в правом верхнем углу. Там специально для вас мы сняли отдельное видео. Также хотелось бы напомнить, что компания RES Property дает гарантию лучшей цены на недвижимость по всей Турции. А это значит, что именно наши клиенты становятся счастливыми обладателями качественной недвижимости по очень выгодным ценам. А сегодняшнее предложение поистине уникально, так как имеет очень выгодную стоимость, о которой мы поговорим во второй части. Также удачное место расположения. Через дорогу у нас расположилась большая детская площадка. В 150 метрах лазурное Средиземное море. А на территории комплекса вы сможете найти детскую площадку, открытый плавательный бассейн с детской зоной, фитнес-центр, финскую сауну, зеленую ухоженную территорию и многое другое. А сейчас я предлагаю отправиться в квартиру. Поднявшись на второй этаж, я бы вас хотела ознакомить с очень уютной квартирой планировки 1+1. В эту планировку входит с правой стороны хозяйская спальня, слева один санузел со своей собственной ванной, что очень необычно для Турции, так еще и для планировки 1+1. При входе в квартиру у нас есть место для вашей обуви. Прямо передо мной расположился салон, это кухня, совмещенная с гостиной. С левой стороны у нас расположилась уже обеденная зона на 4 персоны. Кухня, как видите, у нас расположена по периметру одной стены. В ней есть вся встроенная бытовая техника марки Vistel, корпусная мебель, гранитная столешница. Квартира у нас продается от собственника, соответственно, все, что вы сегодня здесь увидите, будет принадлежать вам, новому хозяину. Что касается гостиной зоны, у нас есть угловой большой диван, где вы можете расположиться в кругу семьи. Также у нас есть плазменный телевизор, который вы можете посмотреть в кругу друзей, и музыкальная система, которая будет разбавлять ваши вечера. На наш балкон вы можете пройти как с гостиной зоны, так и с спальни. Балкон у нас угловой, очень просторный. С него открывается вид на горы, частичный вид на море, который нам позволяет с точностью определить, что здесь всего лишь 150 метров до Лазурного берега. Вся квартира очень светлая, представлена в приятных кофейных тонах. Сейчас мы с вами прошли в хозяйскую спальню. Здесь есть весь необходимый комплект мягкой мебели. Это и двухспальная кровать, и прикроватные тумбочки. А также у нас есть комод и шкаф для вашей одежды. А во всей квартире у нас есть система кондиционирования. А что касается площади, общая площадь составляет 65 метров квадратных. И еще одно весомое преимущество этой квартиры – стоимость. Стоимость на сегодняшний день составляет всего лишь 44 тысячи евро за возможность жить на побережье Средиземного моря. Несмотря на то, что у нас самая большая база недвижимости, именно этот объект вы можете с легкостью найти на нашем сайте resproperty.ru под номером 7716, либо же пройти по ссылке в описании, а еще проще пройти по ссылке в правом верхнем углу. Ставьте лайк, если вам понравился обзор, в комментариях задавайте вопросы, если они у вас еще остались, наши лучшие менеджеры с удовольствием ответят на них. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не упустить возможность стать счастливыми обладателями домика у моря. До скорого!